посмотрите, как моя семья меня любит. А? Уже пошел второй час. Я не помню, что-то идет вообще вот или нет? Нет, это шарики. Что ты не ставила? Сейчас папа раздунет. Смотри, чтоб тройка моя не лопнула. Молодец. А что, еще вчера было 3, а потом 7. А потом 37. А да? Или 70. Время пролетит. Вот так. У меня сегодня в честь дня рождения очень оптимистическое настроение. У меня сейчас... Так, Коль. На этого похоже, как его? Этот, скелет. Коль, ну вот. Можно с ним купаться идти, кстати. Вот. А ты не хотел с ними идти на море? Ну что, Коленька, ложись. Так, тебе 73 или 77? 73. Вот. Что-то ты наоборот, Семёрку перемерни. Вот. А можно, чтобы было 17? Вот. 13, похоже, кстати. Нет, 17 никак. Так, готовимся к... Давай 17. 3, 3. Подарок мы уже ей вчера подарили. Будешь показывать, что? Подарок они мне сегодня подарили. Вчера-то ладно. Вот сегодня они мне подарили. Это вот... О, 37 лет маме. Все, поздравляем. Мы уже поздравили. Да, поздравили вас. Еще, раз, да. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Желание загадай, Ольга. Днем рождения. Ну давай, загадывай желание. Хорошее желание загадай. Я же сказала, ты не вздумай меня тут в этот... Давай. Я уже боюсь. Все. С днем рождения тебя, дорогая. Чего ты боишься-то, вся? Спасибо. Ну, второй раз уже, ну, блин, ну, да, для видео уже, да. Второй, третий раз. Держите. Да. Все, давай, бычку. Спасибо. Короче, походу кого-то обманули. Муж с дочкой подарили. Уже включил. Вот, уже зарядки ноль. Смотри, какой бирюзовый, да? Да, вот. Вот подарили Ольге телефон. Да. Вот так меня любят сильно в моей семье. Вот телефон мне подарили. Ну ничего, это Евин старый, но зато у тебя... Зачем ты это говоришь? Ну у тебя-то новый. Еще фруктов они мне подарили. Да. Целую корзину фруктов. А сейчас мы поднем. Я тебе сказала, отстань, а? Ольге дадим в лицо тортом. Я сказала, уйди. Оль, подойди сюда, пожалуйста. Я тебе сейчас подойду. Оль, подойди, пожалуйста, сюда. Тут хотел сюрприз. Иди, подойди нет, сюда. Хотел... Оль, подойди сюда. Я не буду. Я не буду. Оль, я тебе говорю, если ты хочешь еще вернуться домой... Я тебе говорю, я не буду, подойди сюда. Коль, вот просто подойди. Нет. Тест на доверенность. Я тебе говорю, я ты что, мужу не доверяешь? Нет, не доверяю. Ты мужу не доверяешь? Нет, я не доверяю. Ты чего, Оль? Нет. Ладно, хрен с ним. Ладно, девки, не хотите, как хотите. Я хочу поесть этого торта. Наливай чай. Давай. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Я этой песни достал всех, да? Друзья, ну что, у нас опять так же все скромненько купили. Ольга свой торт ест морковный. Ольга, ты ж Мекси какая-то сидишь, может укроешься? Ну что, Ольга, еще раз тебя с днем рождения. Сейчас у нас чаепитие. А пряники будут? Мы как эти, как бы. Я помню, на чаепитие пряники. Можно ноги на стол положить, а? Как я вчера где там? Ну, у нас так все по-деревенскому, по-простенькому, по-холхозненькому, да, Ольга? Ну, видон, Ольга, у тебя, если честно. Такой невкусный. Ольга, я не знаю. Ну, ладно. Все. Со школы все смотрят на... С днем рождения! С днем рождения меня! Крыша едет. Смотри, не лопнет он. Я, товарищи! Я не знала, что начинается 37, да, девочка, крыша ей 37.
А после 40 вообще, ой, уносит. Я не представляю, что папа все знает. Папа все знает. И уносит меня, и уносит. Ладно, все. С днем рождения. И едем дальше. Друзья, ну что? Ну, поздравили и Ольгу с днем рождения. Второй раз у нас через день подходят, нас поздравляют. Но конечно, все, что... Да, ты ходишь. Не, я не хочу на 0,5, если я потом буду ходить. Нормально, нормально. Так уже нам официанты говорят, так это ты следующий? Да. Папа третий, после 16. Но... Ну, люди такие, да, как, вроде только это. Но... Вчера. Так вот, у нас спрашивали, это предупреждали ли мы, говорили о днях рождения? Да. Нет. Что? Что? Вот я хотела сказать, что да, в комментарии, да, вроде да, спрашивали. Нет, мы ничего не предупреждали, ничего не говорили. Видно то, что они, когда мы заселялись, они же паспорта брали, смотрели, и видно записывали, да. Днем принесли корзинку фруктов Ольге с днем рождения, и Еве также, а сегодня вот вечером торты. Так что вот такие пироги. Так что очень приятно, да, потому что, ну, я тоже слышала, что если хочешь, чтобы тебе торт принесли, надо на ресепшене предупреждать, как в отеле. А мы вот реально вообще ничего не говорим. Ну что? Я запухалась. Да. Тортик это. Вот. Хотела сказать всем огромное спасибо за поздравления. Очень приятно. Да. Ой, я не могу. Ну стой, отдохни, он не упади туда. Воздух там идет. Нет, там не идет воздух. Да, всем огромное спасибо. Да. И нашим и друзьям, и знакомым, и родным, и близким, и нашим дорогим подписчикам, которые поздравили меня с днем рождения. Да. Спасибо вам огромное. Ну и вот на Кипре тоже приятно удивили. Спасибо. Ой. Отелю, да? Отелю, да. Я в шоке, если честно, что там. Вообще молодцы. Прям красавчик. Просто, и знаете, вот мы сейчас даже идем, они все happy birthday, happy birthday. То есть, ну, просто вот и торт подарили, и поздравили. Мы сейчас идем из ресторана, и они нам все, все поздравляют. Еще очень приятно, правда. Все, ладненько тогда. Такая нереальная, классная, праздничная атмосфера. Все, всем пока. Всем пока-пока.